Но это не точно. Приветствую вас, дамы и господа, друзья, подписчики и зрители моего канала на канале Лисий Пень. Сегодня хочу предоставить вам видео, как обычному вахтовику приготовить что-нибудь вкусненькое. На вахте буровая, все шумит, гремит, лес, тайга, а тут чего-нибудь вкусненькое. Не из обычной еды, что всегда готовим, а вот что-нибудь оригинальное и вкусненькое. И сегодня хотел вам предоставить псевдо-стейк из куриной грудки. Вы скажете, стейк — это из говядины Black Angus и только из определенных частей ее состоит. Да, действительно, так оно и есть, но здесь не до говядины. И, как бы сказать, и тем более не до Black Angus. Black Angus, правильно. Ну вот, что нам понадобится? А нам понадобится, значит, куриная грудка. Сейчас мы от косточки ее отделим. Значит, соль, растительное масло, черный перец. Лучше, конечно, свежемолотый мельницы, которая молится, очень бы хорошо было бы. Но здесь ее не оказалось, а я почему-то забыл. Ну ничего, воспользуюсь таким перчиком. Больше никаких приправ для нашего псевдо-стейка не нужно, потому что вкус курицы тогда испортится и уйдет, и будет вкус приправ, а не вкус курицы. Давайте приступим. Просто берем ножик и аккуратненько отделяем основную грудку от остова курицы. Как раз вот здесь вот находится спина. Как говорится, грудинку отделяем. Остов у нас пойдет на супец какой-нибудь или еще на что-нибудь. И аккуратненько, как можно больше, кусочка срезаем плавными движениями, острым ножом. Грудка отделяется очень легко. Косточек на ней не оставляем. Вот, все, освободили остов. Это пойдет на супчик. А нам нужна сама грудка. Но, как видите, она слишком толстовата. Слишком. Ее, по идее, надо разделить на две части. Подрезаем часть грудки острым ножичком повдоль, чтобы ее потом раскрыть на две, ну, практически ровные половинки. Аккуратненько, чтоб не распалась. Уже она хочет распасться. Вот. И у нас получилось вот такая вот пластиночка. Отлично. Берем перчик. Прям засыпаем. Не стесняемся. Перец этот не очень мощный. Потом берем немножечко соли. Присыпаем. Хорошо. Переворачиваем и повторяем процедуру. Пересаливать тоже не надо, конечно. Все, пару минуточек он температуру комнаты впитает в себя, нагреется чуть-чуть, соль маленько даст влагу. А пока нагреем сковородочку, нальем растительного масла и приготовимся жарить. Вот у нас, господа, разогретая сковородочка. Добавляем немного растительного масла. Совсем капельку. Растительное масло добавляется для того, чтобы не горело. У нее температура плавки намного
выше дымления и кипения, чтобы сливочного кусочек масла не сгорело, сначала льем растительное. Потом маленький кусочек сливочного масла. Со сливочным маслом всегда вкуснее. Слизка красная, раскаленная. Можно чуть-чуть даже убавить на первое время. Но нужно, чтобы сливочное масло разошлось полностью. Берем наш подготовленный стейк и аккуратно опускаем на сковородочку. Суть его приготовления по 2 минуты с каждой стороны обжариваем. Прошло 2 минутки, надо его быстренько перевернуть. И 2 минутки с другой стороны. Сверху он запечатался, а внутри еще не прошло тепло. Внутри он еще сырой. Прошла минутка, и можно плитку отключать. Еще минутка, и его снимаем. Все, подошла к концу вторая минутка. Снимаем его с плитки. И обязательно накрываем крышкой. Оставляем успокоиться, отдохнуть на 10 минут. Пока стейк отдыхает, хочу показать, как мы здесь в лесу живем. Холодильничек, столик, сервантик. Вешалка наша и две кровати. Живем неплохо. Ну вот, прошло около 10 минут, и он у нас отдохнул. Для чего это делать? Чтобы температура постепенно проникла в середину, и все соки там сготовились. Вот наш сготовившийся стейк. Давайте разрежем в самой толстой части его. Смотрите, он такой нежный, что вилочка прямо его сразу протыкает. Никакой корочки. И если его нажимать, течет прям сок. Видите, прям утекает. Давайте попробуем кусочек нежного куриного псевдостейка. Отличный кусочек сочного куриного стейка. Давайте попробуем. Мягкое, нежное мясо. Это не вам не вареная курица, которой на волокна разделяется, а нежный тающий кусочек во рту. Полностью готовый и сочный. А с вами был я, Сергей.
и это канал Лисий Пень. Обязательно подписывайтесь на мой канал, будет очень много интересного. А всем пока!